Несмотря на то, что в Ульяновске Станислав Востоков впервые, в Аксаковке писателя принимают как старого друга. С его творчеством тут знакомы и взрослые, и дети. Для многих он – товарищ по многолетней переписке. На предложение приехать и встретиться со своими юными читателями отозвался без раздумий. Писатель не понаслышке знает. Иногда началом большого пути во взрослую жизнь становится маленькая книга для детей. Если бы я в 14 лет не прочитал книжки Джеральда Даррелла, которую мне предложила прочитать моя мама, я бы не написал бы письмо автору этой книги Джеральда Даррелла, я бы не съездил учиться в Англию, я бы потом от этой организации не съездил несколько раз в экспедиции в Камбоджу, я бы не стал работать в московском зоопарке, в разных других зарубежных зоопарках, я бы вообще не стал писателем. Ныне лауреат нескольких литературных премий, автор более 20 книг, большую часть которых сам же и проиллюстрировал. Про свое ремесло писатель говорит так: источник вдохновения для любого художественного произведения – жизненный опыт творца. Сам много путешествовал, долгое время работал в зоопарках, поэтому центральная тема творчества – гармония человека и природы. Сборник «Печной волк», цикл рассказов о жизни в деревне, вдохновленный детством писателя в Ташкенте, пришелся по духу ульяновским читателям. Мне она очень понравилась. Книга была просто очень интересная. Каждая книга его со смыслом. Вот. Ну, мне очень понравилось, и буду прям все его книги читать, очень интересно. Психологи утверждают, вкус к хорошей литературе нужно прививать с самого детства. Для юных читателей такие встречи – возможность лично познакомиться с автором, задать вопросы, уточнить детали и с удивлением понять – все мы когда-то были маленькими. Литература, она формирует человека. И не исключение составляет литература для детей. Это фундамент, который вообще отталкивается сознание ребенка, его мировосприятие, его представление о мире и о себе в том числе – плюс это огромные стуки. А так как книги пишет автор, то автор играет огромное значение, потому что через автора происходит то, что ребенку транслирует, то, что ребенок берет. Но и сам автор не скрывает. Для него встречи со своими читателями важны не меньше. Общение с детьми дает огромный заряд позитивной энергии и возможность глубже понять интересы своей аудитории. Выступаю перед детьми достаточно давно, я вижу, как меняется детская аудитория, и как книжки, которые они читали лет 10 назад, они уже не такие популярны, сейчас становятся популярными другие книжки. Вообще, как дети меняются, а меняются же они очень сильно. В Ульяновской области Станислав Востоков пробудет 3 дня. Юных читателей тоже ждет большой путь по страницам увлекательных книг. Антон Кузьмин, Юрий Тимонин, репортер 73.